Вот он я, мистер Фрей. И, знаете, я даже не знаю, пожалуй, доброе утро, потому что для меня это все еще утро, несмотря на то, что сейчас почти что полдень. Просто вот решил отоспаться. Да. Значит, мы идем на поиски власти, на поиски новых слов, которые можно будет заучить, прибив дракона. Честно говоря, я совершенно не уверен в своей способности прибить дракона. Однако, почему бы и нет, если туда уж послали нас. Ну-ка. Да, я иду правильно и скоро приду. Правда, не знаю куда. Что-то мне даже не очень верится, что здесь что-то есть. Я же совершенно ничего не вижу. Куда он меня вообще посылал, этот человек? А, похоже, что вот в эту штуку. Да. Видимо, какие-то развалины. Так, что это? Серебряное логово. Стоп, а это что, там какие-нибудь седобородеры, может, сидят? Нет? Не, не похоже. Не похоже. А жаль. Очень жаль. Хочу подучить магию разрушения. Что-то он быстро совсем сложился. Где еще один-то? Подходи, кто не смелей. Мне нравятся твои стрелы, человек. Где твои стрелы? Ага, совсем мало стрел. Вообще почти нету. Вообще не какие-то дохлые совсем. Совсем тухлые и неинтересные. Стальное вино, золото, оленья. Да, ничего не надо. Прям кошмар какой-то. Ладно. Я могу войти. Войти. И испытать много удовольствия. Ну, так уж и быть. О! Я только что закрыл его вместо того, чтобы открыть. Потрясающее безумие. Вы знаете, всем должно быть... непонятно, да, почему так много пошло Скайрима. Это уже третий Скайрим подряд. Я не уверен, что завтра будет четвертый, но все равно. Видите ли, дело в том, что я действительно что-то захотел делать Скайрим. То есть, да, я такой, я говорю, что я там болею, там бла-бла-бла, но просто кроме всего прочего, я вот сейчас могу выбрать все, что угодно. Еще там подделать как надо. Ну вот что-то как-то мне вот захотелось побольше Скайрима. Я сам удивлен, но это факт. Это абсолютный факт. Испорченная книга, нет, сожженная книга, какой кошмар. Ой, издеваются над книгами как только могут просто. Что? Потрясающе. Нет, почему так быстро они все дохнут-то, а? Или я пришел в какую-то супер слабенькую локацию? Кстати, что вполне возможно. Этот слиток, пожалуй, мне нужен. Он, правда, для такой брони, которую я, считайте, не использую, но почему бы и нет. А сапоги у меня улучшены? Ну-ка. Одежда, сапоги. Нет, не улучшены. Значит, вот, будет возможность, будет желание. Деревянная дверь закрыта с другой стороны. Если мне не изменяет шестое чувство, потому что уж глазами я эту штуку точно не прочитаю. Да, ваза, шмаза. Шмаза. О, ужасное слово. Ну и звучание. Отвратительно. Так, ты у нас сильный, да? Да, сильный. Достаточно. Kind of strong thing. И ничего нет. Так, кого мы еще можем видеть в этом месте безумия? Ваза. Ну что такое? Прям что-то скукота какая-то. Прям ничего особенного. Ничего хорошего. Слава и философия. Блин, я же совсем забыл сделать распечатку с книгами. Но с другой стороны, сейчас выходные, так что у меня нет особого доступа к рабочим инструментам, и поэтому, собственно, я и не очень-то могу это подделать. Дагур призрак где-то ходит.
Ой, господи, напугал меня. Я тоже так умею. Давай поиграем в эти игры. Или, мне кажется, возможно, я вот думаю, на него слабо действует магия. Ну-ка. Не, на него все слабо действует. Надо лечиться. Ну вот так, с трудом, но подделал его. Костяная что делает? Урон запас усилил. Не хочу. Древний нордский меч тем более не хочу. Это я могу поджечь. Это очередной их психованный кот. Который... А, нет, это не кот. Я не могу увертеть. А, черт, могу. А? Еще одна рука? Че? Ё-моё. Не понимаю, в чем смысл, но я здесь еще не все облапал, так что я продолжу лапать их. Ай-яй. Неинтересно же. Во. Так-то лучше. Очищенный малахит и железный нафиг не дался. Больно ты тяжел, железный молот. Так на троне сидеть не хочу. Это не хочу. Блин, а что же я хочу-то? О, дверь. Интересно. Тоже закрыто. Кто там? Разворошился. Где? Че? А, вижу тебя. Как бы мне к тебе пройти-то только? А, вот, все. Ща, подожди меня немножечко. Ой. Тут-то, да? Отлично. Ты у нас еще и кричащий? Кошмар. А, кстати, тоже так умеет. Фус. Шмус. Я могу еще раз фус? Могу, отлично. А у них, интересно, есть вообще души? Может попробовать у них душу свистнуть? Так, да, стрелы, это хорошо. И все, и больше, видимо, ничего нет. Угу. Так, и не наступать на эту штуку. Потому что здесь сейчас слишком много этих ворот, которые бьют прямо мне по лицу. Это что? Твемерский шлем изменения. Уничтожу. А? Однако. Можно сказать, что я просто везучий ублюдок. Это что? Это... Не понимаю, как вообще можно пройти в такое место. Ладно, могу вернуться зато вниз. Это хорошо. Не надо мне дверью по лбу, не хочу. Там шипов слишком много. Неприятно будет. Так, это ерунда. Тут я тоже... Эй, фу, мне показалось, что это человек, это... Горшок, глиняный порошок. О, точно. Поджечь, пока никто не поджег, кроме меня. Уйо. И подгореть-то. Почему бы не подгореть? Паутина. Это плохой знак, я считаю. Обычный? Но какие-то не очень обычные. А, и ты у нас беспокойный, понятно. Понятно. Камень и фигня. У тебя золото и больше ничего. Что-то прямо... Прямо скука меня берет. Кого? Дра какой-то там магии.
сожженная книга, пустая бутылка. Одна хрень. Вы, блин, гребаные норды. Дорудии, или как вас там? Сжигаете книги. И еще свои же книги. Так, кто он? Почему-то призрак. А почему призрак? Потому что у него так слабо влияет магия. Ай-яй, должен добить. Должен добить, ублюдка. Отменно. Просто отменно. И... Блин, лук-то зачем взял? Как там на букву «Д» он, да? В оружии на букву «Д». А, вот он сразу и здесь и есть. Прекрасно. Сожженные, уничтоженные, мерзкие, отстойные книги. И... Книги... И... А? Ага. Ой, да! У меня вроде, конечно, очень много отмычек, несмотря ни на кто, но... Все равно обидно. Эльфийский меч жатвы. Хочешь пожать кого-нибудь? Сразу бери жатву. Эльфийская стрела пригодится. Зелье меткости нужно. Золото и обычный камень душ. Отлично. Просто отлично. Нужно попробовать забрать душу у Драгура. Эй, что за... Что за фигня? Дырки какие-то. Все эти захоронения драгуров какие-то, блин, что-то просто, блин, даже не знаю, что сказать вам по этому поводу. Что-то в них есть не то. Так, сохранится. Вау. Это лабиринт, да? Это лабиринт. И я могу теперь открыть деревянную дверь, которая была закрыта. Это хорошо. Это круто. А это все равно закрыто, и я, похоже, могу все еще выйти. Это плюс. Это явный плюс. Теперь я хочу тогда потянуть за эту штуку. Так, и здесь у нас есть сундук, который, вероятно, если я открою, то пожалею об этом. Но я должен все равно попробовать. Гармония. Свиток гармония. И здесь тоже нифига нет. Ну тогда я потяну за эту ручку и увижу тварь. О! О! Ай! Ай! Так. А, у меня теперь нет маны, конечно. Ох, черт. А, я и так. Подожду, пока она восстановит. Эй, куда? Че? Он что, куда-то убежал? А, он сюда встал. Всего лишь. Ну и ладно. Да, забрал душу. Классно. Классно. Значит, у них тоже есть душа. А я думал, они типа прям так ходят, прям без души путешествуют. Так, и я все равно не могу никуда пройти. Что за хрень-то за такая? В самом-то деле. Или это очень важное и интересное место, я имею в виду вот там, где я рычаги нажимал. Или я что-то совсем что-то не то натворил. Точнее, это, наверное, одного поля ягоды. Так, ни хрена не понимаю, куда мне надо идти? Там что, там есть какой-то проход? Чего вы раньше-то молчали, если вы знали об этом все это время? Так, здесь нет рычага. Бум-бум-бум. Продолжаем исследование этих мест. Эй, нет никакого прохода. Чего вы мне мозги-то пудрите? Там под землей, то есть внизу, что ли? Если он вообще есть. Ну вот здесь нарисовано, что можно пройти. И как? Как я тут пройду вообще? Ауз. Тоже мне. Дурацкая штуковина. Так, я пришел оттуда. Якобы здесь еще есть куда-то выход.
тут я якобы все облапал. Так, здесь явно прохода, по крайней мере, на этом уровне нет. А если я сворачиваю туда... А, это я отсюда вышел. Ага. Значит, мне теперь нужно, получается, подняться наверх. Наверх. И... назад. Как пройти назад? Ага. Ага. Бла-бла-бла, вы избили меня. Какая боль. Как неприятно. И рычаг? Отлично. Я уже думал, все, хана. Бедный мальчик заблудился. Заблудился и потерял своих родителей. Железная дверь. И кто? Жалостный ублюдок. Блин, надо было душу забрать. Угу. И меч нам не нужен. Сундук, камень. Так, этот самый стальной шлем, разумеется, не нужен. Еще больше лечения. Бандит, по-моему, даже орк. Ух ты, куда орк-то забрел? Молодец, я... уважаю тебя. Впрочем, по всей видимости... Вау. In my face, да? Потрясающий отстой. А это что? А, это можно... лок-пикнуть. Пикнуть, я сказал. Блин. Во. Лок-пикнули. Кто ж так дверь открывает прям себе по лицу? Ну и здесь, разумеется, ничего нет. Это типа камера. Вы погодите-ка. Или это была дверь? То, что это... Наверное, это была дверь. Кто еще на новенького-то? На новенького. Что-то разом сдох. А это страшно. Сильный, сильный страх, да? Вот так. И еще одна душа подобрана. Мне нужно как можно больше душ, дабы практиковаться в колдовстве. А я что-то совсем их не собираю. Пытаюсь вот изменить эту тенденцию. Где еще один труп? А, я его теперь не найду. Он, наверное, улетел вместе с заклинанием. Ну, или вот это вот был ты, что ли? Сложно, сложно судить. Ой, черт, я же не это хотел сказать. А вот это... И опять же никого нет. Ничего нет. А, черт, опять ты сдох. Сейчас же вас убиваю, даже не задумываясь о том, что мне не надо бы вас убивать. Это полный отстой, что я так себя веду. Драгур. Тишина. Это что, испорченная книга? Охренительно, они так жгут книги просто по полной. Это я понял. Я понял, кстати, кто так... относится к книгам. Это вовсе не эти нордские трупы. По всей видимости, это бандиты. Так плохо с книгами обращаются. Вот обалденная книга «Вор», которая у меня, может быть, даже уже и есть. Ну, суть-то, как я всегда говорю, не в этом. Черт. Кажись, все здесь разузнал, все разведал, все поведал. Ну нет, не все. Вот еще можно куда-то спуститься. Спуститься, открыть ворота, нападать кому-то. Кто это? Призрак. Очень интересный призрак, потому что он с луком. Ну-ка. Давайте потренируемся в луке. Заодно. Черт, он сейчас убьет меня. Блин, не та кнопка, блин. Вот так. Ну и не знаю, все-таки так, что ли?
Бум. И у тебя тоже забрали. Прекрасно, просто прекрасно. Нужно как можно больше использовать эти наши возможности. Интересно, в какие камни душ как раз помещаются эти драгуры? Даруги. Драгуди. О, словечко. Все, капец. Вот тут-то и придет моя смерть, да? Чего он так горит, как этот самый? Ёшкин. У меня такое впечатление, что это у него магия такая, поджигающая его. Или нет? Главный палач! Ни хрена себе. Так, от него не убежишь, если к нему в лапы прибежишь. Что же делать? Еще кто-то на меня орет, да? Обалдеть. Просто палач. Ой-ё. Ага. Это хотя бы теперь я знаю, что это... Блин. Я теперь знаю, что это не он поджигает, а пол поджигает. Хоть это-то мы поняли. Фух, так, один есть, отлично. Отлично, и новый уровень, и все супер. Так, это что такое? Вес 22, стоимость 250, это нам не подходит. Если бы можно было бы еще энергию оттуда забрать, я имею в виду энергию душ, то еще куда ни шло. Но так просто не подойдет. Так, стоп, а что он вообще делает? Может быть, можно его хотя бы разрушить? Единиц холода. Ну, ерунда это все, нет. Неинтересно. Так, и что я хочу, забыл-то уже. А, точно, уровень повысить, стоп. Значит, у меня есть куча маны и не так много здоровья, и куча маны. И хочу ли я здоровья? Давайте еще маны, почему бы и нет, почему бы и да. Я думаю, она мне еще пригодится. И я совершенно заблудился и совершенно не помню, куда нам надо идти. Кажется, мы здесь были, но сюда ли правильно идти, это... Что-то как-то вопрос прям для меня, прям большой-большой секрет. Так, можно же на карте посмотреть. Что-то, кажется, нет. Точно, не сюда. Ну вот, и здесь вроде бы как был палач, обычный такой палач. Для обычной такой компании. Ёпси. Рода. Бум. Тоже мне. Куча драконьих ублюдков. Так. А что ты скажешь, если я на тебя крикну фус нафиг? Ой-ё.
я лишил его оружия, и он почему-то не может взять секиру, которая у него там. Ё. Так. А чё, я больше не могу крикнуть фуз, блин, полный. А, могу. А, ё. Фу, спасся. Счастье-то какое. Пум. Блин, ты сдохнешь ты уже или как? Ну никак не получается ее прибить. Урона вообще никакого не наношу. И душу. А маны нет. Yes. АБХС. Вообще интересно, если человеческие души можно только в черные камни засовывать, то в чем тогда смысл того, что у драгуров я могу воровать души прямо так? То есть я имею в виду, если у них есть душа, то скорее всего это душа человеческая. Кто меня? А, ну да, точно. Ну все, слово сосет меня. Оружие разоружения. Ну все, я подделал. Я нашел источник силы. Мой доброжелатель мне помог. Правда, может быть, он хотел меня наоборот побить этим самым фактом, этим знанием. Но в таком случае ничего не вышло. Я таки справился. С трудом, правда. С жестоким трудом. Но это получилось. И здесь есть какой-то еще проход куда-то. И даже дундук, и двемерский щит, который мне нафиг не дался. А вот это уже интересно. Великого запаса сил. Увеличивает запас сил на 60 единиц. И увеличивает также и этот самый тоже. И броню тоже. Это отличная вещь. И амулет Мары. Заклинание восстановления расход на 10% меньше. Это мне нравится. Это я, пожалуй, надену. Итак, сапоги беру. И амулет. Амулет. У меня амулет меньше магии заклинания. Здесь на 10% меньше амулет Мары. Очень хорошо. Просто замечательно. Ничего интересного. Одни урны. Кстати, получается, в них что-то лежит, раз мне не написано пусто. Это я что-то совсем забылся и перестал проверять такие важные вещи. Блин, эта штука как-то открывается, я знаю, только как. Эй. Блин. Что нажать-то надо? Ага, я нашел цепь, yes. Yes, совсем слепой, совсем старый, совсем ублюдок. И дверь, которая, опять же, с заслоном была. Все, вот теперь понимаю. И да, совершенно прямой выход наружу. Прекрасно, просто прекрасно. Ну что же, я схожу, как всегда, на... Схожу, как всегда, на свою базу в Винтерхолд и подберусь там в плане продажи, покупки, изучения, не знаю, там складирования вещей и тому подобных вещей. Типа того. А с вами мы увидимся в следующий раз.